По поводу моего приезда в США. Вопрос был о том, что другие лидеры оппозиции в России избегают контактов с послом США, избегают контактов с США, чтобы их не считали агентами. Я должен сказать, что лозунг моей кампании «не бояться». Я не боюсь Путина, поэтому я выступаю против него. Я не боюсь Рамзана Кадырова, поэтому я поехала в Грозный, куда не ездят российские политики последние 10 лет, потому что там реально могут убить. Это реальный риск для жизни. И я не боюсь пропаганды и пропагандистского телевидения, которые действительно поставили оппозицию в такое положение, когда действительно и оппозиционным политикам приходится шарахаться от любого человека, который говорит по-английски, потому что пропаганда постоянно их увязывает с Америкой, меня постоянно обвиняют в том, что мне платят американцы, что я работаю на ЦРУ, что я работаю на США, на какие-то другие спецслужбы.